Всех приветствую, друзья мои! Малечки подросли, нарастили прекрасные корни, и настало время их пересадить в горшочки 0,5. Итак, ингредиенты грунта. Кислый верховой торф, нейтральный торф, чернозем, агроперлит, вермикулит. А также еще добавила удобрение пролонгированного действия осмокот. Немного воды, чтобы грунт был слегка влажный, но оставался воздушным. У меня получилось 8 ящиков. Тут в основном Skyfall, Diamond Rouge и Vims Red. Немного адаптируются и через несколько дней буду их прищипывать. С одной стороны произведу формировку растения, а с другой получу новый материал для посадки. Итак, следующий день. Показываю самочувствие гортензий. Некоторые поникли. Здесь температура повыше, чем там, где они были до пересадки. Сейчас я их полью, так как вчера не поливала из-за влажности грунта. Корневая уже хорошо развита, можно не бояться, но и не переливать. Прошел час после полива, гортензии начали подниматься. Но есть и такие, которые поникли. Прошло 2 часа. Те гортензии, которые так и не поднялись, убрала на старое место, где они были до посадки. Там попрохладнее, пускай приходят в себя. Ну и в конце видео решила поставить несколько красивых кадров из нашего сада.